Друзья, всем доброе утро, всем привет. Сегодня у меня такого не будет обзорного видео. Сегодня такая очень, скажем, важная информация для вас, как моих подписчиков, ну и вообще важной информации. Есть много важной информации. Смотрите, самое первое, самое главное, эфиры пока не будут, то есть не эфиры, а выпуски каждый день пока, к сожалению, я не могу выпускать, потому что еще болею. Ну, так как сижу дома, ну о чем снимать? О том, как я болею. Это первая такая основная новость, которую хотел с вами поделиться. Выпуск, наверное, получится не очень длинным, но я думаю, вы поймете меня, о чем я и почему. Смотрите, вторая такая новость, это то, что, опять же, почему выпуски будут выходить один раз в неделю, ну, может, два раза в неделю, я еще буду смотреть как по состоянию, ну и по обстоятельствам. Потому что у нас сейчас идет там регистрация, документы на ВНЖ, то есть, ну, такая бумажная волокита, в общем, идет в управлении. И это все затягивается, это очень долго, то есть здесь очереди, здесь там наплыв мигрантов, то есть это все очень долго идет. И потому мы, к сожалению, не выездные, да, если мы были выездные, мы путешествовали не только в пределах Польши, но, к сожалению, сейчас мы, увы, не выездные, и пока не выездные, и пока тоже таких особых событий нету. Познань большая, я вас уверяю, она огромная, здесь очень много красивых мест, куда сходить, что посмотреть, то есть я буду это снимать, но, опять же, каждый день пока нет, ввиду из-за того, что у нас подача документов, второе, сейчас приболел я немножко, ну и, опять же, в связи с болезнью у меня очень, правда, ребят, накопилось дел, которые, ну, нужно делать, а дела это, ну, важнее, чем мой влог, то, что я выпускаю, и потому, ну, я пока временно, это не постоянно будет, но временно я, скорее всего, буду выпускать один, может, два раза в неделю видео о том, ну, что происходит вообще, какие-то красивые места, что-то интересное показать, там, о школе, о садике, о том, что еще для вас может быть это полезным. Возможно, вы напишите под этим видео, что вам интересно, какие темы, то есть не стесняйтесь, пишите, что хотели бы узнать. Но я хочу напомнить, что мой канал не о том, чтобы там сводить вас с работодателями или еще какую-то информацию предоставлять. Смотрите, опять же, по поводу информации, вы пишите, то есть я по мере возможности буду это узнавать и буду актуальную узнавать информацию именно для этого города, потому что подача документов и регистрационные какие-то штуки, еще что-то, это индивидуально для каждого воеводства, то есть для каждого города, даже индивидуально, все абсолютно. То есть если, допустим, в Варшаве очередь там не такая большая или очень большая, то здесь это вы видели, да, приходится подниматься в 5 утра, ехать, брать какой-то там талончик, потом прийти с этим талончиком, ждать в очереди. В общем, оно вроде бы цивилизовано, но, опять же, это все очень долго. И потому, но я что узнаю, скажу, что не узнаю, но, увы, это есть другие каналы, допустим, которые освещают, ну, все что угодно. Все, что рассказывают там по картам, по побыту, по жилью там, то есть, пожалуйста, находите другие каналы, где, ну, возможно, есть информация. И третий момент. Мне вот недавно написал человек, ну, и мое окружение тоже спрашивает, так как знают, что я, ну, есть большой опыт у меня в ведении прямых трансляций, там, мастер-классов, вебинаров, лекций, семинаров, я на конференциях выступал и выступаю. И они говорят, почему ты стримы не ведешь? Ну, то есть, не выходишь в прямой эфир и, там, не отвечаешь на вопросы, просто общаешься с людьми. Ой, знаете, как у Николаева, есть на это 5 причин. И так хочется песня сказать, первая причина. Смотрите, первая причина. Ну, чтобы вести вот такие стримы, поймите, чтобы вести такие стримы, нужно время. У меня его, к сожалению, не так много. И, ну уж простите, тратить 4-5 часов, проходясь в онлайне, ну, я не вижу в этом смысла, вообще для себя не вижу смысла. И вообще, смотрите, цель любого стрима, ну, по крайней мере, я так вижу, возможно, я могу ошибаться, это мое оценочное суждение. Смотрите, цель стрима, ну, как вот мастер-класса, вебинара, это есть конечная цель, то есть что-то предложить, какие-то свои услуги. Если нет никакой цели, то это бесполезно. Ну, согласитесь, 4 часа тратить время на то, чтобы просто пообщаться с людьми, но это бесполезно. Это либо комплекс какой-то должен быть у человека, или еще что-то. Или просто непонимание, ну,
всего происходящего. Второе, как уже сказала, время. Должно быть время. То есть 4 часа, там, в будний день выйти в прямой эфир, это должно быть время. Даже выходной, представьте, я выходной тоже не хочу выходить в эфир, потому что выходные у меня семейные дни. То есть я в субботу работаю, еще занимаюсь делами до обеда. И с обеда до воскресенья вечера у меня нет никаких, то есть эфира, у меня нету ни с кем там созвонов, у меня ни бизнес-встреч нету. То есть я еще консультирую онлайн. То есть у меня на эти дни вообще ничего нету. У меня помощник знает, что на эти дни лучше никого не записывать. То есть... Я не знаю, ну, для какой цели ведут люди вот эти стримы, которые выходят там в Польше, не в Польше, в Европе, в Африке, то есть в России. Для кого непонятно. Есть стрим, понятно. Есть стримы, знаете, выходят, когда донаты, то есть зарабатывают деньги. То есть сделай там, выпей чашку чая горячего, там, насыпь себе на голову соли, там. И за это люди платят деньги. Вот это есть цель. Цель просто бабла заработать. Если в стриме, там, выхождении в прямой эфир нету никакой цели конечной, зачем вы это делаете, то, к сожалению, это бесполезно все. Ну, повторюсь, то есть мне жалко на это тратить время. У меня канал не про то, как сводить кого-то с кем-то, и там юридическая помощь, там пребывание в легализации, то есть я этим не занимаюсь. Я создавал канал для себя, для людей, которые будут смотреть, чтобы увидели, что здесь действительно красиво, здесь есть что посмотреть, есть смысл сюда приехать просто в гости, есть смысл сюда приехать вообще на постоянное место жительства, потому что здесь красиво, здесь природа, здесь люди очень добрые, здесь, ну, вообще здесь классно. То есть, ну, я опять же говорю про город, в котором я сейчас нахожусь. Это город Познань. Другие города не знаю. И вот по такой причине у меня не 5 причин, как у Николаева, но 3 причины основные, из-за которых я не выхожу в стримы, то есть ничего не записываю, там никакие прямые эфиры не делаю. Потому что, ну, для этого, правда, нужно время. А 4 часа я лучше потрачу на то, чтобы заработать денег. Мое время стоит, ну, довольно дорого. То есть, если вы знаете формулу, как вы можете посчитать, сколько стоит ваш один час времени, то вы будете понимать, что тратя там 4 часа впустую, выходя в прямой эфир, болтая, вы потеряете деньги. То есть, лучше это время потратить на чтение книг, на прохождение какой-то там видеокурса, семинара, лекции. То есть, просто на... То, чтобы что-то себе в голову вложить, и потом это вам, ну, выйдет большим плюсом, когда-нибудь пригодится, но оно в любом случае пригодится. Так что лучше время потратить на самообразование, чем на пустую болтовню. Ну вот так, возможно, для кого-то такое откровение мое было странным, жестким, непонятным, но, увы, извините, возможно, это остаточное явление болезни моей. Гриппа, температур, кашля, то есть вот такого нахождения. В таком состоянии. Ну, правда, честно, то есть я бы рад выпускать каждое видео каждый день, но по обстоятельствам я не могу. Ну, я дома, а что дома снимать? Просто сидеть болтать? Ну, надо темы, чтобы сидеть болтать. А я вам показывал, куда я езжу, куда мы ходим, окружение, природу, что вокруг меня. А вокруг меня сейчас дом, ну, и я ребенка еще вожу в школу. Так что, ребят... Вы уж извиняйте, но я постараюсь выпускать больше видео, но пока не будут выходить, ну, там, раз, допустим, в неделю. Возможно, на этой неделе, но, скорее всего, на этой неделе уже не будет. Подписывайтесь на канал, там, жмите на колокольчик. Вот самое главное, жмите на колокольчик, и вы никогда не пропустите мои новые видео, какие-то обзоры, еще чего-то. Потому что, если нажать на колокольчик, возможно, вам не придет уведомление, что появилось новое видео на моем канале. Так что жмите на колокольчик под видео. Если вы просто пришли посмотреть, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет, правда, очень интересно, и всего будет много. Будут еще интервью, будут распаковки товаров. То есть, как и помните, да, я обещал вам еще показать черную маску, вот как раз запишу пока дома. Black Mask, который намазывается, потом отдирается. Посмотрим, правда ли это или это вранье. Так что, друзья, всех обнимаю, всем спасибо, что смотрите. Подписывайтесь, ставьте лайк, жмите на колокольчик. С вами был Александр. Всем пока.